Привет, народ! Сели по-мужицки, здорово! Поставь лайк и подпишись. И сегодня я покажу максимально простой соло глич на копирование в GTA 5 онлайн. Что ж, не буду долго тянуть. Погнали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. А по этому промокоду вы получите бонус X2 к вашему заказу на ПК. Итак, для этого глича в первую очередь нам понадобится арена VAR и мастерская внутри. Мотоцикл FCR из магазина Бенни, ПКП с функцией автохранилища и, конечно же, машина для копирования. А также тачка, которую не жалко потерять. Например, бесплатная Легия. Чтобы начать глич, садимся в мотоцикл FCR на вашей арене. Далее прожимаем крестовину вправо, чтобы заехать в мастерскую. Попав сюда, нажимаем на первый пункт. Прокачку от Бенни. Здесь еще раз нажимаем на X, только уже зажимаем. Как только будете готовы, отпускаем X и быстро заходим в меню паузы. Затем закрываем. И если вы видите, что ваш мотоцикл модифицировался, а меню с покупкой не пропало, то просто нажимаем на покупку. Тем самым наш байк пропадет. После чего подходим к голубому маркеру, в котором мы можем переставлять транспорт на арене. Внутри этого маркера выбираем машину для копирования, в данном случае Иси, и меняем ее на тачку, которую не жалко потерять. Теперь садимся в нашу Иси и меняем в ней абсолютно любую деталь, а потом заново подходим к голубому маркеру, если вы хотите продолжить. Как только мы нафармили нужное нам количество копий, заходим в меню взаимодействия и меняем наш костюм на абсолютно любой из которых у вас есть. Так мы сохраним наши копии. Ну а теперь, как только мы это сделали, не забудьте проверить, чтобы место вашего спавна была арена. А затем меняем нашу сессию на закрытую. Оказавшись здесь, мы можем убедиться в том, что дюпы сохранились, и теперь вы можете ехать продавать их почти за 2 миллиона долларов. Но желательно делать это с кастомными номерами, чтобы не словить ограничения. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то не забудь поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. Thank you.